Так, что тут у нас, пробки? Говорят, там лужа лютая, страшная, поэтому пробка. Сейчас мы это увидим. Блин, нарушаем правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Но это мы случайно. Что у нас тут происходит? Так, там включили все заднюю. И никто туда не едет. Блин. Ну что нам делать? Хотелось бы туда попасть, конечно. Ага. И что там? Пока лужу не видно. Сейчас мы быстро резанем. Да. А влево можно, наверное. Да, нам влево надо. Вправо весело. Вправо весело. Да, целый день дождь шел. Вон стоит жилка. Зачет. Зачет. Да, прикольно. Прикольно. Нам нужно в эту сторону, мы проехали. Да, хорошая погода сегодня, целый день. Не знаю, с ночи дождь начался, и такой поливает, это сейчас утих. Очень слабое, а то было очень ярко. Весь Киев плавает. Посмотрим, ЖЛ достали или нет. С этой стороны его должно быть лучше видно. Что там происходит? Едем, смотрим. Да, нормально. Ага, ЖЛ стоит. ЖЛ стоит. Блин, и джип я отдал сегодня как раз на ТО. Джип отдал на ТО. А он X пошел. X пошел. Пошел X. Да. Веселый денек. Да, видно, что-то водитель не подрасчитал с этим, с возможностями ЖЭЛа. Конечно, внедорожник, ну такой. Не совсем, ого, там я проскочил только что, там пробка какая-то жесткая уже, не могут разъехаться. X проехал. Да, такая вот мой капотик. Вот мы и подъехали. Ну, тут серьезная заряженная машина. Эльке, конечно, это не лужа. Подошли мы ближе. Так, люди тротуарами спасаются из пробки. Так, сейчас будем тонуть. О, красавчик. Сиера — это почти Жигули. Говорят, тут Жигули и Таврии проезжают. Это он меня утопить, наверное, хочет. Цунами запустил.
цунами запустила. Бэху хочет смыть мою. Да, хотел бэху смыть, видно. Семерку. А вон еще один. Блин, ну это серьезные внедорожники. Да. А я отдал, как назло. У меня машина-то есть такая, которая как раз бы сейчас можно его вытащить было. Я ее утром на ТО отдал. Месяц стояла. Неудачно. Сейчас бы подтянули, конечно. Это ж кусок объехать элементарно. Ну да, кстати. Страшно ему, да? Это главное, чтобы не наваливал. Да, да, если не наваливать, спокойно едешь себе. Воздухозаборник-то высоко. Почти в любой машине, в принципе. Тут не глобальная лужа. Этот, видно, навалил, думает, что у меня Мерседес. И видно, так получилось неудачно. Смарт? Не, смарт пошел в сторону. Да, это было весело, если смарт проехал. Вот это бы он удивил народ. Да, хозяина Мерса нету, говорят. Поэтому его не вытаскивают. Так что уезжаем. В принципе, все тут понятно. Город не готов к таким дождям. Уехать. Но тут, а тут такой же, да, двойничок. Будет сюрприз или нет? Может, дубль сейчас будет? Может, будет дубль? У вас американская машина? Да. Тогда едьте. Мичиган. Мичиган нормально. А вот такой же вот ниже, братан. Давайте, классное видео будет. Не, главное потихоньку. Если быстро не ехать, проблемы не будет. А пневма ж поднимает? Я никогда не видел, что здесь вообще происходит. Тут просто асфальт, ничего нету. Да. Да не, но это не спортивно тротуаром, это не серьезно. Тротуарами легковые только что проезжали, это не серьезно. Ну, Мерси топ. Да не, ну не пугай человека. Не, ну вот этот вижу, что-то он унывший вот так вот стоит. Нет, он может, ну мы не видели как, быстро если поехать, захлестнет. Едешь просто в натяжечку потихоньку, 5 км в час, никаких проблем не будет. Давайте вот баварец пусть сначала пройдет. Да блин, баварец не готов, блин. Блин, все хотят утопить не мой Гранд Чероки, так мою БМВ, блин. Ну народ, блин. Не, ну семерка-то боевая, она точно пройдет. Не, семерку не будем, у меня и так на всех машинах ковры мокрые, в которых есть. Вот это серьезный Мерседес, ничего не боится. А, сейчас проверим, топнут всех моделей Мерседеса или только, легковые внедорожники. Вон Дастер, серьезный внедорожник. Правильно едет, потихоньку, уверенно. Молодец. Dodge Nitro. Не, ну это серьезный внедорожник. Это американский, настоящий. А он, видишь, заранее аварийку включил сразу. Какой предусмотрительный человек. А он думает, может, он регистратор не включил просто, и думает... Так подожди, там какая-то еще пробка, вон, на нитрице, так, ты смотри этот, разворачивай, как бы, как пробка.
Блин, слышишь, этому понравилось, да, похоже? Понравилось, ты понял, люди? Сколько любителей оффроуда на самом деле оказывается? У меня с фокусировкой. Сейчас подскажу. Виноваты. Смотри, спринтер едет. Ну да, там все равно стоит, тебе туда не надо. Тогда тут по метру туда я никуда не дают. Да нет, там через двойную опасно. Поздно включил. Но Volvo. Да, пока. Ладно, Volvo уехала. Ты что, тут пошло оживленное движение. Тут уже соревнования, можно сказать, просто. Можно уже открывать кубок. Кубок Дарницы. Ну, старичок протянет. Старичку не страшно. Да, этому да. Английское качество. Discovery. Блин, у меня уже аккумулятор садится. Короче, все понятно. Дорога настроенная, проверенная. Ездят, Джейл только не смог, второй тоже заочковал, а так все хорошо. Блин, Бэху пытаются мою утопить. Ого, там газель цунами гонит, серьезно. Ну-ну-ну-ну-ну. И что сейчас будет? Я думаю, да, он еще быстро поехал, блин. Точно, что зря. А может и не зря. Зато красивое кино. Блин, смелые у нас люди. Тюксон смотрит, проехала Peugeot, думает, вот это я, блин. На серьезном кроссовере очкую. Он по его стопам пошел. Да, ЖЛ бросили, блин. Короче, хозяин пошел спать, наверное, ждет, пока лужа высохнет. Чтобы ноги не намочить второй раз. Вот и что, тут целая маршрутка. А вот серьезная машина. Легенда 90-х и 80-х. Ну и для нее это не препятствие. Давай. Синяя мечта.
Блин, можно бесконечно долго смотреть на это мероприятие тоже, конечно. Но надо ехать. Вот счастливые лица вырвались из пробки. Не машут мне рукой. Я им помахал. Так, Бэха не утонула. Все хорошо. Будем ехать. Вот последствия дождя. Сейчас покажу пробку. Я думаю, ее видно. Приблизимся. Обычно тут никто не стоит. И вот мы тут едем тоже, в принципе, в таком же потоке. Да, канализационные системы не готовы к такому количеству воды за одни сутки. Даже не за сутки, а меньше, потому что вчера вечер был теплый, хороший, а утро такое с сюрпризом и день. Красиво. Дурдом со всех сторон покажу сейчас. Отсюда тоже такое же, наверное. С этой стороны точно. Вот и белый волк сейчас помог бы. Только что навстречу проехал. Сейчас бы помог Мерседесу, но хозяин ушел спать. Да, такой веселый денек. 16.04, 16.04.16.